Итак, ребят, быстренько пробежимся по почноту. Обновление 22.2. Обновление выйдет 15 марта на основные сервера. Что будет представлять из себя обновление? Итак, картографический сервис, живой сервер, очередь избранная, карта закрыта. То есть у вас выбора карт так и не будет. Обычный матч Эрангель Мирамар Таега Санок Парама. Рейтинг Эрангель Мирамар Таега. В принципе, тут ничего не изменилось, за исключением берут Дестон, добавят Таега, добавят Санок и добавят Парама. Новое оружие ФАМАС, которое добавят в обычные матчи, ранги, в режим тренировки и в дед-матч. Режим огня одиночный, серийный и полностью автоматический. Может подключаться к 6x и ниже прицелом. Боеприпасы 5.56, урон за выстрел 39, эффективная дальность 400 метров, скорострельность 900 метров. Будет появляться в дропах, в секретных комнатах, ну и везде, где, в принципе, падает оружие с аирдропа. Изменение баланса оружия, в частности, АУК был удален из пакетов заботы. Немного не понимаю, что это. Доступно на каждой карте. Урон снизили на 1 единицу с 42 до 41, скорострельность повысили, скорость пули понизили до 890 метров в секунду. Эффективный диапазон 60-450. Дача была в целом скорректирована, немного увеличена. Хорошо. Улучшение рекомендаций по добыче. Функция рекомендаций по добыче теперь будет выделять навесное оружие, пригодное для добычи. Ваш инвентарь также будет выделять рекомендуемые боеприпасы, вложения, оборудование, которое вы украли. Ну или с пола подняли в данном случае. Мир, поздравляем с нашим предстоящим 6-летним юбилеем. Декоративные объекты, такие как рекламные щиты и многое другое, были добавлены в Эрангель Мирамар и Санок. Такие граффити будут появляться на столбах, где были экраны трансляций. Дестон. Что добавили на Дестон? Грунтовая гоночная трасса на полуострове к югу от Санкарны. Прикольно. Потестим, поездим, покатаемся, подрифтим. Далее. Зал славы Эрангеля был обновлен в память о команде победителя Нави. То есть будут фотографии, трофей, гребень, униформа, доска почета и плакат. Будет новые фоточки, можно будет посмотреть, ну и тот список всех участников. Режимы. АУК добавлен в Team Deathmatch и Custom Match. МК-12 и Ace добавлены в режим киберспорта. АУК остается оружием в режиме киберспорта. То есть он будет в дропах, не будет на полу. Внутриигровой пользовательский интерфейс для описания оружия и вложения был обновлен, чтобы передавать информацию более четко и эффективно. Обновленный пользовательский интерфейс будет отображать важные детали, такие как урон на пулю, ДПС, скорострельность, дульная скорость, стабильность и эффективная дальность. То есть вот у вас будет показываться еще плюс 3 строчки. Лобби. Добавлена система уровней, повышайте уровень выше 500 и получайте новые награды по пути. Теперь вы можете подниматься на один уровень и начинать снова с уровня 1 каждый раз, когда вы поднимаетесь с уровня 499, максимальный уровень которого вы можете достичь тир 5. То есть это 5 раз по 500, неплохо, скорее всего это будет так. В обычных матчах вместо обычного БП вы теперь будете получать кэш и добычу за уровень, независимо от вашего уровня. Получите до 499 с добычей максимум. То есть это будут вот такие вот сундуки, которые, за которые будут вам выпадать там БП и т.д. То есть я так понял, что теперь можно будет типа тир еще делать, но тогда это бустанет обычки, скорее всего, и много очень народу будет играть обычки, чтобы стануть, дойти до тир 5. Прикольно. На странице обзора на вкладках «Карьера» и «Профиль» будет отображаться ваш текущий рейтинг лидеров сезона. А также будет отображаться самый высокий рейтинг, который вы достигли за все время, по крайней мере, начиная с платины 5. Понятно, да, откуда у нас берутся 52 левела мастера с рейтингом 400. В мастерской добавили новые наборы предметов, которые были раньше. Это с ПКС. Набор Пикада. Набор полицейского с Дестона, ну и вот этот кролик. Самый прикольный, кстати, нужно будет выбить. При открытии клиента с поврежденными файлами появится всплывающее окно проверки целостности файла игры. То есть теперь вам не нужно будет вручную заходить и проверять целостность. Если у вас чего-то не хватает, у вас будет появляться окошко. Это прикольно. Ну и в принципе все. Пойдемте потестим ФАМАС, как он стреляет, как у него поведение отдачи. Итак, ФАМАС, что из себя представляет? Вот такое оружие. Прикольное на вид, похоже очень на КБЗ. По грейдам всего лишь будет два грейда, это дуло и прицел. То есть можно надеть глушитель, будет выглядеть вот так вот. Можно надеть пламегаз, будет выглядеть вот так. И по прицелам
четверка и шестерка максимум. Также у ФАМАСа будет всего лишь 30 патрон, потому что у него нет увеличенного магазина. Прицел смушки будет выглядеть вот так вот. То есть сразу говорю, что смушки, скорее всего, будет вообще неиграбельно с этого оружия. По отдаче... Отдача что-то вот такое. С компенсатором и с пламегасом. Режимы стрельбы у оружия одиночные, бёрст и полностью автоматический. Давайте сравним ФАМАС с компенсатором и коллиматором. С М416. Ну и по отдаче, честно сказать... по отдаче сложнее контриться, чем М-ка. В общем, вот такое прикольное оружие. Ищите в аирдропах и везде, где падают пушки с дропов.